Участники из Арзамаса не в первый раз приезжают в Саров на соревнования по лыжероллерам. Для многих из них трасса уже знакомая. Перед стартом спортсмены 2 дня тренировались на новом месте, отрабатывали технику. На чемпионате и первенстве Сарова по лыжероллерам участники готовились выложиться на все 100% и показать максимальный результат. Мы с тренерами тренировались здесь 2 дня, готовились, работали в горке, проходили трассу. Тренера нам показывали, как правильно съезжать, где как ехать. Вот. Первый раз на таких соревнованиях у нас в городе? Нет, мы были еще здесь зимой и осенью. Мы тренировались тут 2 дня, разговаривали с тренерами, они нам морально помогали, чтобы набраться опыта, попробовать покататься с гор. Вот. Как ты соперников уже знаешь? Смогла ли оценить соперника? Ну, в принципе, да. Какие сильные, не сильные? Ну, сильные, да. Выходные на лыжном стадионе с Шуратом прошли открытые чемпионаты первенства Сарова по лыжероллерам на призы администрации города. За медали боролись сильнейшие лыжники Нижегородской области из Первомайска, Семенова, Павлова, Арзамаса, Сосновского, Навашино, Арефина, Кулебак, Нижнего Новгорода. Также на соревнования приехали спортсмены из Республики Мордовии и города Пензы. Саров представляли воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом». Соревнования по лыжероллерам стали уже традиционными. И в этом году мы проводим 17-е открытое первенство города на призы администрации. Я желаю вам всем сегодня хорошего старта, чтобы каждый из вас показал максимальный результат. И пусть удача сопутствует вам на протяжении всех 2 дней соревнований. В состязаниях приняли участие порядка 150 спортсменов-лыжероллеров. В первый день прошли гонки свободным стилем, а на следующий день участники соревновались в гонках классическим стилем. Спортсмены проехали дистанции от 3 до 13 километров в зависимости от возрастной группы. В этом году с Шуратом впервые проводил онлайн-трансляцию чемпионата. Зрители могли видеть всю трассу. Победителей и призеров чемпионата и первенства Сарова по лыжероллерам чествовали на закрытии соревнований. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.